Здравствуйте! Вашему вниманию очередной выпуск новостей от Prian о мировой недвижимости и эмиграции. Цифры, тенденции, ключевые изменения. На что стоит обратить внимание? Январь – время появления горячей статистики за прошлый год. Эти цифры уже облетели интернет. К началу 2023-го турецкие ВНЖ разных типов имеют более 1 миллиона 350 тысяч человек. Абсолютный рекорд для страны. Впрочем, надо понимать, что большая часть видов на жительство постоянно продлевается. И, скажем, год назад показатели были не сильно меньше, всего на 3000 человек. Самые активные – граждане стран Ближнего Востока, а также украинцы, казахстанцы, россияне. Последние по статистике вообще самая многочисленная группа. Особенно впечатляют цифры в сравнении с показателями годичной давности, и они на экране. Кстати, в начале 2022-го по числу полученных ВНЖ граждане России были только седьмыми. Получение ВНЖ в Турции – вообще волнующий многих процесс. В конце декабря прошла информация, что иностранцам перестают выдавать такое ВНЖ на основании аренды. Так это или нет? И что происходит прямо сейчас? Слово с места событий. Касательно ВНЖ, хоть и говорят, конечно, что ВНЖ по аренде не отменили, но, к сожалению, с ВНЖ по аренде очень сложно. Касательно районов Алании и Мерсина, по аренде идут массовые отказы, практически 95% это отказы по ВНЖ в этих двух районах. По Анталии еще более-менее в 2023 году сейчас люди получают ВНЖ. То есть официально вроде бы отмены нет, неофициально, конечно, очень тяжело. По покупке по ВНЖ ситуация не изменилась, можно получить, если у вас недвижимость в открытом районе, ну и там свои нюансы. Получается, официального запрета нет, но неофициальные ограничения, они, очевидно, есть. И тут я могу только присоединиться к словам эксперта. Многое действительно зависит от региона. Из практики, среди моих знакомых, трое подавали заявки на ВНЖ в последних числах декабря. В Стамбуле заявитель получил одобрение в первых числах января. В Алании сразу же пришел отказ. А в Анталии решение будет принято после собеседования, оно назначено на конец месяца. И, кстати, пока не все анонсированные в декабре нововведения, которые должны были коснуться покупателей недвижимости, уже стали реальностью. И снова слово Александре Кабакче. Глобальных каких-то основных изменений, которые мы даже ждали, что будут в 2023 году, но они не появились. Конечно, стали определенные вещи дороже. Например, в оформлении ТАПУ некоторые справки, которые в 2022 году были бесплатны в том же муниципалитете, в 2023 стали платными. Но касательно того же ТАПУ, главное изменение, которое мы ожидали, что это будет кадастровая стоимость, продажная стоимость, будет не меньше экспертной оценки. Пока такого нет. То есть даже если эксперт оценил вашу недвижимость на 100 тысяч евро, сделка может проходить по более маленькой сумме, по другой стоимости, по той стоимости, которую заявляет продавец. Следующая новость. Вышел свежий рейтинг лучших стран для жизни на пенсии. Точнее, это перечень удобных иммиграционных программ для пенсионеров. Annual Global Retirement Index. Что ценно, его составляют не просто аналитики, которые оценивают формальные условия, а сами пенсионеры. Итак, в первой десятке программы стран Европы, Центральной и Южной Америки. И на 9-м месте единственная азиатская страна – Таиланд. Там лица старше 50 лет могут получить долгосрочную визу, имея в местном банке 21 500 долларов, точнее, ее эквивалент в местной валюте. На американских странах – это Мексика, Панама, Эквадор, Коста-Рика – и их программах я останавливаться не буду. Думаю, для подавляющего большинства они интересны скорее теоретически, так как немногие готовы переезжать столь далеко. А вот европейские программы вполне востребованы. Это программы, по сути, не только для пенсионеров, а вообще для финансово независимых лиц любого возраста. Самая популярная в рейтинге, во всяком случае, программа Португалии. Требуется подтвердить пассивный доход, чуть выше 700 евро в месяц, плюс показать, что у вас есть жилье, съемное или в собственности. Аналогичные программы есть в Испании, Франции и Италии. Они тоже подходят не только для пожилых людей, но и вообще для всех, кто может подтвердить и пассивный доход, и свое место жительства в конкретной стране.
Правда, требуемые суммы будут выше, чем в Португалии, но они не чрезмерны. Где-то до 20, где-то до 30 тысяч евро в год. Гораздо важнее то, что эти программы реально работают. И по ним даже в России нетрудно найти консультанта, который поможет пройти все этапы. На Приан контакты таких экспертов есть. И в заключение, информация-анонс. Кто следит за отраслью, в курсе, в конце августа прошлого года было заключено соглашение между службой гражданства и иммиграции США и региональными центрами, в результате чего продолжила работу популярная программа EB-5. Она продлена на 5 лет, но с изменениями. И их немало. Они касаются, например, стоимости программы. Теперь от 800 тысяч долларов. Поменялись требования к проектам. И поменялись правила взаимодействия инвесторов и проводников программы иммиграционных агентов. В настоящий момент также рассматривается увеличение платы за рассмотрение петиций от заявителей. Так вот, об этом обо всем, а также вообще о ситуации с выдачей американских виз мы поговорим с экспертами компании Second Wind на нашем вебинаре. В описании этого сюжета вы найдете ссылку для регистрации на вебинар. Участие в нем традиционно бесплатное и пройдет вебинар в четверг, 26 января. На этом все. Встретимся через неделю. Не забывайте подписываться на наш YouTube и телеграм-каналы. И на сайте Приан еще больше новостей.